Самый популярный способ хранения продуктов – это заморозка. А самый большой холодильник на территории Челябинска – это хладокомбинат номер один. Пойдемте посмотрим, как здесь все устроено. В этом месте происходит перегрузка продукции с железнодорожного транспорта на автомобильный. Кроссдокинг это называется на профессиональном языке. Кстати, у первого хладокомбината есть свои подъездные железнодорожные пути, поэтому разгрузка несколько раз в неделю происходит прямо с железнодорожных вагонов. Еще здесь есть такой штатный сотрудник, как ветеринарный врач, который проверяет всю продукцию на соответствие санитарным нормам. В таких вот контейнерах из пенопласта в наш город приходит свежая, незамороженная рыба. С утра здесь все как на лучших рыбных рынках мира. Очень шумно, очень суетливо, все приезжают за самым свежим, ну а к обеду этот ажиотаж стихает. Эта гигантская дверь ведет в морозильную камеру. Температура воздуха там минус 18 градусов, как и во всех морозильных камерах глубокой заморозки. Общая площадь всех камер первого хладокомбината более 5500 квадратных метров. Кроме рыбы и морепродуктов, здесь хранятся и другие товары, требующие заморозки. Это кондитерские изделия, мороженое, замороженные овощи и фрукты. Морозильные камеры располагаются на 5 этажах, и для перемещения продукции используются такие грузовые лифты. Еще одна уникальная особенность этого места, что вся продукция с мест хранения попадает сразу же на прилавок. Розничные магазины располагаются прямо здесь же, и весь товар поступает в них через вот эти окошечки.